Ложись, мэр, ложись сюда. Ой, как сюда забраться? Ой, ой, ой. Валя, что мы с ним делать будем? Мы его пришибли, а теперь это... А теперь его вся станица ищет. Все эти главы администрации. Где, что нам делать? В первую очередь закрываем нафиг хату. Вот так. Ой, блин. Он же нам окно, дурак, разбил. Фу. Вот мэр с тобой. Да. Окно? Какое окно? Вот это? А я не видела, как это было. Ну ты знаешь. Короче, когда мы бы пришли только, ты ушла домой. Забоялась, естественно. Я не знаю, что делать. Вот тебя... Сначала я тоже потащила его в эту хату. Потащила, затащила его, сюда положила. Он, значит, знает, что делает. Я ушла за лекарствами. Ой. Тебя позвала, потому что он убежал. Прихожу, нету его. Убежал. Думаю, ой, где мэр, искать мэра. Только начинаю выбегать из хаты, слышу стекло. Бабах! Ой, думаю, что это такое? Разворачиваюсь, смотрю, он, короче, головой своей вот этой вот. Да, мэр, надеюсь, ты меня слышишь. Влетел мне вот в это окно, разбил мне окно. Ты представляешь? И только после этого я думаю, не знаю, что делать, потому что я его не остановлю. Он какой-то совсем, башка у него полетела от этого, то, что ты его врезала. Я, значит, тебя звать давай, чтобы его тащить на эту кровать. Вот. Вот ты ж, ё-моё, окно разбил. Негодяй. Ой. Да. Ну, дурак, что? А я что? А я говорила, он неадекватный какой-то, я его врезала. Да что ты говоришь? Ты ещё его врезала. Ну, я что говорю? Я так лекарства и не принесла. Тьфу! Сейчас я... Лиза! Стекло нельзя! Стекло тут нельзя! Лазить. Нельзя здесь! Как тебя закрыть, чтобы ты сюда не залезла? Здесь, говорю, нельзя, тут стекло, нельзя здесь сидеть. Иди, иди. Так, мэр. И что дать? Вот что это такое происходит? Мы тебя нафиг сдадим. Ты как будто неадекватный. Стекло разбиваешь, мы тебя хотим остановить, а ты неадекватничаешь тут, а? Замолчи уже. Мне плохо. Ну ладно уж, лежи. Сейчас я... Да Нина, сбегаю. Ты не убегай никуда, самое главное. Нина! Так, так, они меня сейчас тут налечат, блин. Я из-за них я тут могу вообще погибнуть. Полечат они меня еще. Здесь бомбанки. Так, как вылезти через окно? Я что специально окно разбил, чтобы вылезти потом, если что. Вот для этого оно не пригодилось. Дай-ка, вылазим. Спокойно. Мэр, я не нашла Нину. Где она пропала? Мэр, через окно сбежал. Собака. Мэр, куда ж его искать теперь, а?